В отдел селекции и первичного семеноводства Брянской государственной сельскохозяйственной опытной станции приходят письма из многих стран мира. Они адресованы кандидату биологических наук Леонтию Абрамовичу Головцову. Под его руководством сотрудники станции разработали новые методы гибридизации злаков. Наиболее оригинальный из них – пересадка зародыша в колосе растения. После такой хирургической операции соединение в одном зерне зародышей различных злаков можно получить уникальные сорта культур. Рожь с большим содержанием белка, высокоурожайные сорта озимой ржи, неполегающая карликовая рожь – все эти сорта хлебных злаков созданы на Брянской опытной станции благодаря применению новых методов гибридизации. Исследования ученого-селекционера Головцова вызывают большой интерес за рубежом. Биологи Венгрии, Бразилии, Японии обращаются к нему с просьбой рассказать о новых методах прививок. В поселке Мичуринске всегда много гостей. Сюда приезжают научные работники, руководители хозяйств и полеводы, чтобы подробнее ознакомиться с результатами многолетнего труда брянского селекционера.